Обсудить было что? Вопрос-то для региона новый. Ведь реализация программы по капремонту началась только в этом году. Соответственно, проблемы по организации процесса приходилось решать буквально на ходу. Не хватает квалифицированных подрядных организаций. Просто организации, тем более квалифицированные. Хочу сказать, что программа рассчитана на 30 лет, 2014 по 2043 год. Она охватывает более чем 7 тысяч многоквартирных домов. На мероприятие пришли представители администрации города, правительства Рязани, руководители и сотрудники подрядных организаций, которые участвовали в капремонте. Главный герой заседания – Игорь Васильевич Квашнин, генеральный директор Рязанского фонда. Ему и слово. Утвержден краткосрочный план, которым предусмотрено 542 вида работ в 420 многоквартирных домах. И это то, что 2015 годом мы закрываем 131 крыша, чтобы вы представляли объемы работ, 119 фасадов, 16 домов, там где идет ремонт инженерных коммуникаций, 84 подвала, 60 многоквартирных домов, где у нас производится или уже произведена замена лифтового оборудования. Рассказал Игорь Квашнин и о планах на будущий год. Капитальный ремонт в 2016 году в цифрах звучит так. Всего будет произведено 580 работ в 483 многоквартирных домах. Из них 205 крыш, преобразится 99 фасадов, 43 подвала и укрепят 4 фундамента. Объем работ очень большой. Я думаю, что трудно, наверное, найти в новейшей истории, последние, по крайней мере, 10-15 лет, такой объем работ, который будет выполняться этот год и следующий, предстоящий год. Если говорить вкратце, то суть программы состоит в том, что жители собирают деньги на будущий ремонт своего дома уже сейчас. В нашем регионе платеж составляет 6 рублей за квадратный метр. Программа рассчитана на 30 лет. Узнать, когда ремонтники начнут работы в вашем доме и через сколько лет, вы сами можете на сайте фонда. Иван Крестьянинов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».